Здравствуйте, дорогие друзья! И в этом видео я хочу с вами поделиться информацией о том, как перезимовала катальпа. В прошлом году я высаживал катальпу из семян. Это есть видео на канале об этом. Я ссылку оставлю в описании. Также в подсказках вы найдете эту ссылку на это видео. И вот сейчас у меня в итоге из семян выросло всего три катальпы. И вот они все три катальпы перед вами. Одна вот маленькая, другая побольше и как бы средняя, да? И что хочется отметить, все три катальпы, которые здесь находятся, они зимовали прямо в том виде, в котором они сейчас здесь находятся, то есть вот в этих 10-литровых ведрах, прямо на земле стоя. И вот наблюдая за ними сейчас, я вижу, что они все три перезимовали прекрасно, вы тоже это видите. Далее уже достаточно большой прирост вот боковых веток, уже здесь вот, допустим, порядка 10 сантиметров, здесь порядка 8-7 сантиметров, вот поменьше которая. И, ну, это маленькая, пока еще маленький прирост, там около 5 сантиметров, что тоже, в принципе, неплохо для нее. И вот такие вот у меня результаты по катальпе. Очень я рад тому, что она спокойно перезимовала, даже в таких условиях, без укрытия, что дает надежды в том, что если она будет посажена где-то у нас в грунт, то она также без укрытия спокойно будет зимовать, и ей ничего для этого не потребуется. Ну, здесь в данном случае она пока у меня будет здесь в этом году, скорее всего, расти также в этих горшочках, а на будущий год я уже пересажу ее на постоянное место жительства, скажем так. Ну, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!